Сегодня днем в Расторгуево на пересечении улиц Тинькова, Черняховского и дороги, ведущей к Центру профессиональной подготовки Главного управления МВД по Московской области, состоялось торжественное открытие мемориала. У памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установили танковое орудие. Танк Т-80, прошедший боевые действия в Чечне, был подарен Ленинскому району Московской области Министерством обороны России. Все подробности этого события в репортаже Юлии Погосян. Память поколений. Так теперь называется вновь созданный сквер, посвященный памяти героев России. Здесь же было и принято решение установить танк Т-80, который Министерство обороны передало Ленинскому району. Это боевой танк, экипаж которого служил в Чечне. Орудие было отреставрировано на Московском коксогазовом заводе, а в восстановлении сквера принимала участие компания «Арс Групп». Так общими усилиями в районе появилось еще одно место воинской славы. Спасибо всем людям, которые оценили задуманное и сегодня говорят спасибо прежде всего всем жителям Ленинского района за то, что еще один сквер, увековечивающий память героев России, появился здесь. Это не просто памятник, это память о всех войнах, в которых участвовала наша страна. И накануне Дня Победы мы еще раз вспоминаем о павших героях. И наше новое поколение не подвело Россию. Она так защищала их рубежи и внутри, и за пределами. И мы, новое поколение, даем слово ветерана Великой Отечественной войны. Мы с честью выполним свой долг, какой бы он ни был. Но Россию мы защитим. С праздником! А многим, кто посетил это мероприятие, в свое время уже предоставилась возможность защищать родину. Борис Женков, 80-й, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Но в этот день ему хотелось рассказывать не о себе. Он вспоминает своего деда, который ушел на фронт противостоять фашизму и не вернулся. Его фамилия увековечена на мемориале погибшим воинам. Мама Бориса хранит память о нем и передает последующим поколениям. Весь народ воевал в этой войне. И вот наше поколение выросло на их рассказах, на мужестве этих людей, беспримерно мужестве, на мужестве детей, которые встали к станкам на заводах, заменив собой взрослых, все для фронта, все для победы. Мы выросли на всем этом, на их рассказах. Слава Богу, что мы сейчас живы, что можем жить, помнить их. Им тяжело говорить о том, что было, слезы не сходят с глаз. Но понимание того, что никто не забыт, ничто не забыто, дает силы жить дальше и радоваться каждому мгновению. Юлия Погосян, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.